первую очередь дополнительные средства направят на работы, которые необходимо сделать до конца года. 11 миллионов уйдут на проектирование насосной станции для площадки стадиона «Самара-Арена». 68 миллионов на благоустройство территории вдоль гостевых туристических маршрутов. Самую большую сумму, а именно 91 миллион рублей, потратят на строительство детского сада в Волгаре. Вы знаете, там масштабное строительство, и такие хорошие развязки делаются. И наша задача, поставленная жителями, обеспечить там автобусное сообщение. Вот для того, чтобы автобусы ходили, необходимо провести расширение улицы Казачьей, и поправки в этой связи Думы были приняты. Также в городской казне перераспределяются почти 128 миллионов. Часть из них дополнительно вложат в ремонт Волжского склона и Струковского сада. Прекрасное место отдыха наших горожан, хороший объем реконструкции, которые там сегодня проводятся. Это объект культурного наследия, там надо подходить очень внимательно, очень четко. И те средства, которые мы предполагали потребуются для этого, сегодня учтены в бюджете. Также часть средств пойдет на обследование здания 46-й школы, чтобы в дальнейшем провести ее капитальный ремонт, и на обеспечение энергоресурсами мобильной котельной первого дома по Смышляевскому шоссе. Лариса Шалафат, Сергей Баскин. События.